Вот, то есть получается, нам придется запомнить всю эту таблицу. Я, например, ее помню наизусть, вот сейчас написал, а вам не обязательно запоминать. Есть очень простой метод. То есть у нас вот сколько? Раз, два, три, четыре, 20 значений. В одном ошибешься, все. Значит, очень простой метод, как даже не запоминаешь.